Всем привет, дорогие друзья, с вами Бадди. Мы продолжаем с вами проходить карту от Ивана Комарова в Рефракайзе под названием Саботёр Анти-39, за которая часть прохождения. Так, ну, что? Пойдем дальше, сейчас у нас следующее задание — это найти вторую взрывчатку. Что-то мы здесь долго плывем, капец. И вот только-только появляется островок. Офигеть. Ну это он, конечно, разделил. Нехило так. Это островок маленький. Есть. Да, нахер, да. Чуть не сдох, блин. Капец, мне еще повезло, конечно. И нам показали следующую отметку. Ну что, сейчас будем плыть. Продолжаем. Опять что-то мы должны уничтожить. Карточку я уже взял. Поплыли тогда. Опять назад возвращаемся, да? Назад плывем. Блин.
Так, мы сейчас должны, короче, плыть. Плыть вот так вот. Все-таки я плыву. Потому что что-то мне подсказывает то, что, блин, если я туда песком пойду сейчас, придется дальше плыть просто, и все. Я, походу, прав, ребят. Скорее всего. Да по-любому. Или нет. Блин. Да неужели мне наверх нужно? Ну что, борзели что-то совсем? Опять наверх подниматься? Зачем? Капец. Ой, капец, капец, капец. Опять сразу наверх поднялся. Да. Вот это мы себе занятие, конечно, нашли. Опять подниматься наверх на эту гору. Вот такой огроменный остров просто плыли. И то, походу, не до конца, да? Да, мне кажется, не получится подняться здесь. Получится. Там потому слишком жестко. Ладно, отплывем сейчас. Отплывем. И все. Так, что тут у нас? А что такое? Нифига себе. Ладно, погнали опять подниматься. Наверх. Странно, зачем это все опять подниматься наверх? Нельзя сразу было там две бомбы подобрать, уничтожить. Просто возвращались туда и теперь обратно наверх.
Есть, блин. Меня чуть Бертольдушка не сбил. Капец. Что они творят? Ладно, хотя бы так, блин. Так, я баги сейчас буду хранить в зеницу ока. Он тем более это, дымится. Я с ним сейчас поэтому должен бережно относиться прям. Оставлю здесь. Сука, чертова западня, а? Комарик, ты, сука, что творишь? Чуть не убили. Я ты крыса. Я за броником. А где ракетометчик? Это падла охреневшая. Не вижу я что там. Это еще не все. Одиночный вертолет, что он там? Забыл. Ух ты, какой красивый. Так.
Все забираем, патроны, все такое. А меня не задело, вот мы стоим тут. Так, куда дальше-то? Удивительный взгляд. Да поедем, наверное, еще. Чтоб побыстрее все это. Только должно быть очень аккуратно. Лежат. Ой, как я мог. Так, да, это ошибка была. Сейчас я спуститься вниз должен. До лодки. Это мне еще повезло, то, что я выжил. Наша лодка где может быть? Ну где-то там, да? Лодку где-то там оставил. Да. Вот наша лодочка. Это опять будет долго, походу. Ну, блин. Может, мы на этом закончим? Закончится карта. Летим, наверное, мы. Там нас стоит, кстати. Судя по отметке. Ну-ка. R49. Да, походу это все. Ты посмотри. Да. Прошли, ребята. Ну, карта офигенная. Спасибо, один смотрел. Ставьте лайки.
подписывайтесь на нас в ВКонтакте и всем, ребята. Спасибо, Комарик, за офигенную карту. Ждем от тебя следующую. Yeah.